Ну, возможно, Финдуна, она уже сдохнуть должна была к тому моменту. Блять, никаких фин, блять, никаких петов не вызывайте, блять, на третьей фазе. Никаких, блять, тотемов, блять, под боссом. Нихуя вообще. Там не должно быть. Можно? Малдазар, сколько еще раз надо, блять, чтобы ты, блять, сука, не дох? На куполе, как купол появился, сразу шотнуло. Да? Там, блядь, 3 секунды еще ничего не бьет, как появляется. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Ну, такой себе ДПС. Рыба стоит. Все БРы, блядь, потрачены на первой и второй фазе. Что за херня? Неужели, блядь, сложно отбежать, блядь, на куполе, блядь, на рейндж, встать вот, блядь, так вот на краю, увидеть, блядь, где шипы, слева или справа, и побежать. Когда на куполе бегаешь, блядь, бегать возле купола, блядь, смотреть на Джайну, блядь, и фир не ловить. Все. А танк на второй фазе не стоит возле босса, что ли? Зачем? Я вообще просто спросил. На первой фазе набирается огромно, на второй почте танки бегают, закрывают. Мне странно, почему, блядь, я один закрыл. И друг у друга перетанчивают. Я вообще не знаю, как, блядь, с тремя танками может закрываться. Мне тут говорят, что луч пошел не в тотем, а в мужика-корову. Мужика-корову? Сюда пошел. Луч пошел в эту сторону. Мужика-корову, блядь, кто с миликов там мог быть? Никого. Мы только, блядь, глыбы разбивали. Япончик зашел. Ну, у меня нет. Тут тоже пишется, так что я потом посмотрю. Здорово, только с работы приехал. Заходи. Заходи, ГП лутать. Сложно, да? Я понял. Ну, на третье мы перевели. Четвертого раза. С третьего раза. П-прогресс. У нас, походу, мы когда трайли, по-моему, у нас лучше было. Да тут просто, блядь, дохнут. Мы все имеем в виду в первый раз, когда. Вообще не понимаю, как тут. У меня есть минута, чтобы релогнуть? У нас пол. Разбежались. Что, разбежались, сбегались.
Разбежались. Сбегайтесь. Такого мелкого сбегите, быстро сходу. Залить. Кстати, на кнопку Т5 не стабилка не вешает, подожди. Форсит? Скилла как бы не просто. Ну да. Перебежали. Шторм. И сразу на дистанцию. Лага, что парни, блядь, хуя стаку. Я урон, да. Сбежали все поближе, слили, думал. Мага это норма. Давай, хорошо. Бас вчера. И пропала кнопка так же. Шмотки переодеть надо будет после пула вам. Разбежали. Кому притянуть-то? Люсь. Как обычно. Плюс 3. У меня прям под аэропорт, поэтому во время пула я отвлекаться не буду. Сбежались. Денчика спасите. Рэш мел туда, давайте. Сейчас мелики бьют или нет? Нежите, давайте. Сейчас за практику поменьше дом. Нет. Лучи первые. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Теора. Видите? Главное. Да сука! Давай по новой, Миша, все хуйня. Чего ты вдох, блядь?
Куда за борт упал? Говори, блядь. Блядь. Ну-ка, хильте двух людей. Да вы, господи, вы можете не разносить эту фигню, а? Мешка поднимешь. С какой стороны он лежит? Под боссом, наверное. Давай по новой, что хуйня? Он все лучше есть. Беги, сука, беги! Метки. Метеора. С диким планами, нахуй. Возьмем. Включи следующий. Давай по новой, Миша, что хуйня? Ну да. Нет. Метеор закройте посередине, пожалуйста. Спасибо. Идет в боссу. Еще 23%. Наш деф одел. Духом прожмись. Курс. Я ДК. Поп. Давай по новой, Миша, что хуйня? Метки. ДК пламя вынес. Теорн. Следующая лучше. Давай по новой, Миша, все хуйня. Блять, ну как Никитос закрыл, сука, один? Ну вот, везде, блять, стоят маг и ШП, они вообще не двинулись. Просто что, вообще. Панда зачем-то в мелизоны побежала. Ну, блять, я хотя бы побежал. Да хуя народу, Никитос один. Справа закройте еще один, блядь. Сосел. Кто в рамбе оставил лужу? Рамбе. В черепе лужу оставили. Не подходите туда. Давай по новой, Миша. Зайдите за нее. Лучше. Пинка зайдет. Беги, сука, беги! Босс иду. Я дебафил его. Какой мед? Дебафы есть? Розелина, Дархав, Мурглет. Да, все нормально, Розелину задефнуть. Розелину задефнуть. Зубы. Не задефнули. Я зубы на себя сдавала с двумя дебафами. Так что извините. Ну-ка, попробуйте. Как? Сейчас они выбегают из метеора. Ёб твою мать! Давай по новой, Миша, все хуйня. Что закончено у вас там звезда, блядь? Беги, сука, беги! Босс, это Марс. Закрыли. Мечи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Закрывайте теорию. Боссы идут. И выйдите фазу. Мертвый Розелин. Так, короче, Тимыч Розелину. Нет, давайте, вот. БР, я сдохну на куполе. Оставьте хотя бы. Какой я нахуй сдохну, блядь? Стань. Нет, у меня температура 39, не ори на меня. Стань, блядь, в меня и бегай со мной, блядь. Все, и не еби мозг себе и мне.
Хорошо, иди сюда. Без проблем. Просто на Джайна смотри, там хилит. Никитоса, где Байер? В звезде. Боря. Борис, ПКМ есть? Натис. Ну, блядь, чё ты там стоишь? Вой, ты не хочешь босса забрать? Где по Никитосу БР? Моса давал БР или Тимыч? Кто с вас не дал? Тимыч дал только что. Я паразелин. Босс. Нету. Мафы сразу не мог быть. Метки быстро. Беги, сука, беги! Натиск. Аккуратно. Блять. Выбеги сразу. По боссу активнее работает. Нет. Знаешь, нет. Ну, кто жив или нет? Да. И быстро, блядь, снесли. Веру давайте. Куда? Беги, сука, беги! Корова, зайди. Упал. На край сошли все. И налево аккуратно подбежали. Нужно подождать. Со всеми бежал в дом. Подробнее. Все бегут вместе, наперед не забегайте. Кто этот зад догоняет. Бегайте кровью. Купол, смотрите на Джайна, чтобы, блядь, не сдохнуть. Кто может. Все, пробежали. Кто там отстает? Пробегаем. Все нормально. Вперед не забегайте. Все аккуратно. Совались, пошли. Кафир поймал, блять, ебаный. Как, хотя смотрел на Джайна. Все, пробегаем все тут. Вот эти эфир не ставит. Пучнее все бегают. Толченек сдох. Как обычно. Блять. Механика очень сложная идея. Чё вы, блядь, на эти хуёвины забегаете? Фир ловите. Они же легко отбегаются. Они же для купола вам место даст. Ты чё? Понимаю. Лови трэш. Оба эры оставить. Катут, давай кого. Короче, фир. Никаких петов не хуяет. Убивайте косы. Натиск. Натиск. Я левее треугольника лежу. Натиск, народ, блядь, встаньте в метку. Умеете бегать. Натиск, встаньте. Прохил рибаф. Дайте рибаф.
Активнее бейте, блядь, Джайна. Кури выбирайте. Ничего. Чай. Чё там стоял? Нам почти. Выбежи. Беги, сука, беги! Нати, не ловите только Нати, станьте на край, блядь, не ловите ебучий. Далеко детка. Не прохилили ничего. Еще метки. Три хила быстро. Вы ходаете все. Куда вы, блядь, так место близко стали? Беги, сука! Еще понимаю, ну я так, блядь, на эти нати смотри. Прохил рейда. Косты. Блядь, с бурей-то выбежите, нет, блядь. Косты, блядь, сбивайте, блядь, и лемы. Ебучие, блядь, ключи, там нахуй. Там три моба стоит, четыре. Ну и что, два моба, блядь, два и лема есть. Летят, блядь, сверки в рейд, блядь, каждый час, ебучие. Бурей, блядь. Сколько трупов, блядь. Это пиздец. Сколько у Джайна? Да хуище. 23 ляма. Ложить. Половину не убили. А третья фаза. Я, короче, вот сейчас выкрутил настройки на максимум. Я, оказывается, блядь, из-за плохого качества не видел эти шипы, поэтому умирал пиздец. Ты это только сейчас понял? Я не знал то, что нужно настройки на максимум выкрутить. Блять, там даже на нижних видно эту пыль ебаную от этих шипов. Нет, не можно на минимальных нет, играть. Там кто-то сказал, на плотность какой-то... частиц поставить надо. Да, 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 вот. Япончик про это фильмингу. Сейчас. Сейчас выкрутил, все видно. Там нужна только лишь плотность частиц. Вон там. Короче, парада на тебя лидеры кину, сейчас зайду на это. Там шаги еще можно поменять, он там 100 тысяч ДПС наносит, ну не дамага. Плотность частиц вот это на максимум, да? Да. Да. Так, я его имею. А ты его не нужен. Сейчас так, я тут на входе разбойник. Я настрою сейчас за. Тяжко в натуре, блять, на ДПС нет. Блядь, я ДПС. Думаю, блядь, вроде стараюсь, что не так, блядь, не видно было. Да, Лёх, надо 3 минуты где-то отойти, 3-5 минут срочно. Уже вроде наизусть выучил всё, каждую секунду. Мне вот интересно, почему Фир дало, хотя я смотрел на Джайн. Блять, чё у меня лидер не... Сколько перекур? 3 минуты. Чё я лидера не могу? Жан, блять, заебал. Вставай, эй. Лага здесь? Передай другому. Лага здесь. Не, я Лагу спрашиваю. Лага здесь? Я только тебе могу лидера. Прикинь, Фарада. Вага промежуточная звена. Чё, Настя, отбегала? Ну, пускай на тебя остаётся. Ты говоришь, Лёш,
Хочешь, расскажу? Я бегала в тебе, как ты просил, только знаешь, в чем трудность? У меня ты лагаешь, как сука, и перемещаешься прыжками, перемещениями такими. Очень смешно. Я дергалась, как припадочная, ты бы знал мне, бля. Руку свело нахуй. Я вообще не хилила, вообще, поэтому половина сдохла. Но зато я пробегала. Так на куполе же нет урона. Если ты уже урон начал получать, то сдох 100%. Ну ладно тогда. Мальчик толкается. У нее истерика уже. Да, блин, мальчик набит, пиздец, меня трясет, я вторым пледом обмоталась. Не, меня не сей, да, меня колбасит просто, мне хуёво очень. 23 февраля, что ли, отвечало? Слушай, если бы мы не отметили по семейным обстоятельствам, я же тебе писала, что у меня пиздец дома. Связано с китайцами. Я из дома не выхожу, какие китайцы. Может, они чихают. А? Хотя у меня отца зовут Суньжимин, блядь. Да, наверное. Настя, а домой тебе ничего из Китая не привозили? Алиэкспресс, ты имеешь в виду? Эту фигню говорили, конечно. Там вирус не доедет. Он сдохнет раньше. Да не, вы шутите. Как, блядь, через предметы вирус может передаться, если не, он... Не, может, и смотря сколько он может находиться в нем. Если смазать чехол от телефона с пидораком. Ну, а посылки с Китая едут дольше нескольких часов. Так ты видел, что по телеку показывали? Я вообще орал. Она не могла заболеть, там баба какая-то русская наша. Ни в коем случае никуда не выходила, там скотчем облепилась, ну его нахуй. Сука, не угадали, стоят одинаковые с китайцами, прикинь. Срали. Что стоят с китайцами? Скотчем это сильно. Стояк один, китаец там через стенку срет в него, и они тут теорию выдвинули, заболела. Прикольно. Мне нравится, как там с какой-то больницы типы с подозрением просто ушли. Куда их нахуй вообще оставили без охраны даже, да? На морозе вышли из больницы, там сколько, 4 человека. Бля, настолько простая эта хуйня, блядь, на куполе, что я не понимаю вообще, как сдохнуть. Там место, чтобы отбегать эти, блядь, херни, которые снизу. Да, хуище. Пинку на лицо пытался сесть и сдох, поэтому. В какой я метке? А в как... на кого тебя поменяли? Я вообще... В ахуе. А мы кого-то учим здесь играть или что? Как первый раз, блядь? ДВ рейд, можно сказать, убил РС, но не убил, там осталось 200 тысяч хп. Старик, понимаешь? Их 200 тысяч, 2 ляма осталось. Джайну не убивают уже 5 кд подряд. Это пиздец. Таких 2 ляма, там у босса 1% остался. Ты хочешь сказать, что у него 200... Или 4, или 5 кд. Не, ну что-то вы про 5 кд загнули уже. 4 кд точно. Максимум 3 кд. Максимум 3. Это уже 5. Какая разница? Нет, 3 кд. Месяц не убивается. Денчик, я тоже сам не могу понять, как так. Меня откинуло от шипа, получается, и... Не от шипа, а, короче... Ну хер знает. Или от шипа этот... Нельзя словить. Эфир. Шкаф? Если ты смотришь Джайну, я тебе... Вот, я бегал боком, короче, и смотрел на Джайну, и вот меня этот откинул. Чего вы тут сводите? У нас перерыв уже закончился, вроде как. Шкаф будет? Ставьте шкаф. А чё, все молчат? Ну, потому что из-за вас не слышно. Серьёзно, что ли? Ладно. Может, 4 раз повторил, ставьте шкаф. Первый раз ещё услышал про шкаф. А что-то делать, у тебя плохо слышно тебя. Япончик на черепе. У меня типа на 200 стоит. Что оно нихуя не слышно.
Вы никак не сможете словить эфир, если вы сможете, или смотрите на джай. Никаким вот раком прям. Сейчас у меня немножко прогрузится. Так, кто там пишет? Это какой пул уже по счету? Четвертый будет. Только четвертый. А разве не пятый? Все. Короче, давай проверку, давай рыбу. Нет, два раза мы умерли до третьей фазы и один раз на третьей, по-моему. Нате рыбу. Это уже вторая, третья фаза. Ты не Прости лежит. А, тогда Бага это будет протокол. Прости, я доверил. Что-то он не хочет ставить. Старик, саппорт есть, дай мне? Админки. Я не могу тебя. А, блядь, ты, наверное, не сможешь передать, да? Нет, почему? Ты взять сможешь, ты передать не можешь, а брать ты можешь. Да, еще. Я просто тебе не могу голды дать, это хуйня. Да и похуй. А что у тебя случилось с персоналом? Это не его сова. Подтвержденно. Ты твоя. Это сова-проститутка. Прости, здесь? Нормально прибарахлилась она. Так что мне мешало. Хоть бы встал. В нуле бы. Пристабав можно? Прости, поднимут. Баг замонит. Прости, из АФК выйдет. Вага вернется, потому что он тоже написал, что отошел. Короче, если что, я тут, я 30 секунд биво схожу, запускайте. Я тоже. А я чайник включу. Очень хуёво. Слышно? Рез, брось. Она в кап. Где труп? Я тут. Всё, рез. Брось, здесь Вага. Чё, Шака суммонить вместо Ваги? Суммонить. Лишня. 2000 FPS. Лол. А чё там Ауди же есть или нет? Вага, тут топ 4 будет по ДПС. Сейчас нагну. Нет, там за шаке говорят, а чё бы Ауди не взять? Вот там же меч нужен. И не нужен. Смысл его брать, если он сдохнет. На второй фазе. Шаке здесь, фулл баф дайте. Баф, СС также по жилку кидать. Да, да, да. А, у него стат есть, если есть стат, тогда не... Нет, то... Жнёк, стат есть? Женёк вставал до этого. Туда кидай. Да, тут 10 СС. Давайте все зайдут на твинков локов, встанут у входа, накидают СС, лофнут, и мы пойдем в это, 25 ССов. До купола пропадут СС. Запускай босс. Ты не дир. Бля. Зачем? Ну, давайте. Сейчас покажу, как совы дам.
Мне больше в окей на самом деле. В оке хоть там, блядь, скиллоху нужно показывать. Никитос, блин. Разбежались. Когда говорят разбежались, не надо сбегаться в других людей. Пожалуйста. Женек. Он тебя любит. Сбежались. Вот все. Саппорты обновить. Станка мелкого сберить. Большого. Сбежались. Сбежались. Не убейте только его. Все, подвину. Все, подвину. Все, все на ту сторону. Разбежались. Сбежались. Как же меня бесит сова. На ДКшке подходишь, тычку на 80к даешь. Надо 2 секунды просто. Надо. Ты знаешь, у меня просто лар 10. Лар имба некоторых.
баланс. Большого. Разбежался. Дайте нарахи вам. Прости, старик. Сбежались. Леша, почему ты над собой пересел, чтобы катализаторе быть? И этот. Урон побольше. Меликом сейчас бить на второй фазе. Да, вторая фаза лучше сделать. Большого. Сейчас большого свич. Вторая фаза еще быстрее. Я не сверлю. Я в черепе вроде договорила, да? Извини. Бейте большого, чё вы в каште? Большого, ну слейте, портал закрою. Сейчас шторм еще будет, но быстрее. Да лейте не будет. Не будет. Всё, понятно. Мелких добивается. ФД не для лохов. Да и войск. Кнопку нажали. Зима сюда была. Лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Давай по новой, Миша, все хуйня. Беги, сука, беги! Беги, сука, беги! Вот. Так, надо цель. Есть мазафасер. Дефайте его, щиток. Надо было кожу нажать. Давай по новой, Миша, что будет? Дальше старайтесь. Суара. Молодец, Костя. Да я, блядь, долбоёб. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Беги, сука, беги! Беги, сука, беги! Ебать. Костя. Кир. Воронов есть. Ой. Воронов есть. Вставай, ставай. Будет. Боссы. Дэв. Давай по новой, Миша. Что хуйня? Чем?
Нет. Старому каску. Лап. Вора. Давай по новой, Миша, кто хуйня? Нет. Беги, сука, беги! Чего ты закрыть? Так, блядь, а ты хуй. Только Мишка ждал? Да. Короче, это, мост отдашь свой? Лёша, я опять в тебе бегаю, так что не подведи меня. Блядь, я на сове, лучше во мне. Какая разница, ты же великий Алексей пианист. Какая разница, на ком бег? Да не, я просто буду через спринты перебирать все. Может, это. Так, хорошо, а кого взять в фокус? С уже остальные зоны. А, так. Луч. Луч. Ебать, сколько лучей. Воля. Натиск. Нет. Погоны. Аккуратно. Медведь, что ты там вообще делаешь? Буря. Натиск. Веру пора. Буря. Натиск. Луч. Сколько до купола? 20 секунд. Еще один каст и заправим. Блин. Нет, я. Надо будет быстро. 10 секунд. Быстро, быстро, быстро. Купола нету, блять, не прорисовался. Ничего, ничего. Бегаем аккуратно, только фир не ловим. Край шипу видишь. По меткам это край купола. Мать. Фитос как даун, дом. Фидовый. Аккуратно. Фир главный. Кинь флешку раз. Раз. И кто и кто. Айпар. Главное не ловить ферзь. Зад.
завтра. Так, кто там нас подох? Женек, старик, Мосса, Хил, Тос. Есть стать шамана? Женька, может быть. Старого уже все. Поднимай, короче, это. Какой буря. Буря. Яркий зеленый. Поднимается. Хобер и луч. 4 хила идем. Мосс? Мосс, я сам. Кого поднять, скажи? Луцен. Поднимается. Буря. Кто среди мертвых остался? Да, подновиться, подбейтесь. Пошка раз. Смотрите за костами. Метки. Метки быстро снести. Дайте, да. Хил в метке. Раньше наберите. Погоди. Сносим, сносим метки. Не вижу костов босса. Нафиг! Стоит. Сорок шесть секунд до отката БР. Метки. Метки. Два хила в метке. Ты четыре. Просите, просите. Далеко. Рядышком. Да. Разбивайте метки, хилы в метках. Отлично. Буря. Да уйди от меня. Я тебе эту суку, один ляп. Буря. Буря, изи. Буря. Нормально, да. Сука, месяц не убивали. Тихо. Да вы еще не... Она каркает, блядь, этот натиск. Натиск! Заткнитесь. Сука, графка, блядь, поймаешь, какие? Могу Никитоса забэрить. Все, 5 полупроцентик. Все, подожди, добьем БР. Метки. Метки. А, она же до 3. Метки да. Вынесли. Секунд купу. Босса. Да босса убили, все. Ура! О, блядь, такой мастер выноса. Как бы жачку он зажалась. Я, блядь, настройки выкрутил идеально, блядь, ни разу не. Как она заебала этой Джайна уже, блядь, это первая фаза. Кажется, что с этой Джайны должен шмот за двойной ГП. За тройной. Ну нахуй, все, я спать пошла. Тихо! Шашка, босс. Пожалуйста. Че ты говоришь, пианист? Вдруг никто не трогает. А кому сегодня уходит осколок? Сейчас я думаю, кому надо, блядь, осколок Джайна? Разделение лоб нужно и только. Заберешь. А за приход же тоже не давали, вроде бы. О, мозер, зараза. Че, не бой идет? Нету боя. Комбо висит. Бой есть. Сейчас пойдет. На ком комбо, давайте на разделенный диван дам. Он открывает. Да тихо. Я скажу... Пацаны, все хуйня, по новой надо, Джайна отхиталась. Да, не трогайте. Что по новой? Сейчас у меня бой пропадет. Все, все спал бой. Так, видно. Давай шапка или тринкет. 20. Вант. Привет. Привет всем. Открыли, нет? Привет. Привет. Все, можешь открывать, выбирай эту. О! Тринкет. Магический? Тьфу. Мне о, уже хван. Первый раз он упал, кстати, в ДВ составе. Первый раз. И шип. Блядь, и шип блядь. Еще, вообще идеально. Кто заберет? Так, что, лут себе обратно давать или что? Че, моя треня упала, да? Забирай все или возьми. Конечно. Да, старый, забирай. Дальше. Да нахуй она нужна мне.
Там все на мага упало, да? Штаны. Угу. Мейн спек. Или взять. Да бери, охуенная тема. Конечно, когда я в следующий раз Джайна убьем. Староза, зачем тебе? Скажите, если что... Скажите, бери, если... старик, не пожалеешь, бери. Я не вижу роллы, блядь, говорите, кто выролил. Угу. Никто не будет. Никто не ролит, оф. Моса. Мос. Сука, я бы так собой одевал. Эти штаны на офиг не дам. Кто что, что сейчас ролят? Эти штаны. Штаны. Чувак, этот, РСХМ на закуску пойдем? Кто на офиг выролил? Тимыч. Тимыч. Бля, я просто шмал. Ну, кому-то, наверное, нужнее. У меня совы никогда не было. А кроме тебя никто не рулит. Нет, Уцин. Я делаю штаны. Это на хила. А на что, зачем мне штаны? Я думал, это Триня. А Деус? Так вы смотрите, что он линковал-то. Кому? А у меня ничего не было последнего. А, вижу, посорян, в глаза. Шип мы инспектором. Луци метку хуёво вынес перед убийством, не давай мне ничего. Кто там по приору выше, Кекс? Ему ничего не давайте. Не знаю, наверное. Да. Да, да. Кому там штаны надо было-то отдать? Кому? Кому это херня? Япончик. Япончик. Я посмотрел. Япончик, а ты тренинг троллить будешь? Лучше сначала шип по сути ролить, мой бис не он. Как мне объяснили, мой бис не он. Ну да, он на шипе такой все. Тьфу на тебя. Но я бы его, конечно, потейс. Тренинг инспек ролики. Тряпошники будут драться или нет? Ну давай, чё уж, подерёмся. Япончик-то ты б забрал, кстати. А можно просто кинуть ролл для интереса посмотреть? Тут по приору ролят, понимаешь? Да я понимаю. Ты начислил ГП Япончику, и поэтому... Бля, Радо, зайди на мага, начни. Ролл только то, чтобы для кого, чтобы видно, кому нужно было. Короче, если Япончику начисляешь, то, скорее всего, женек заберет. Давай я начислю, скажи, кому сколько. Япончику зашиб. Зашиб, сколько зашиб? 468. Все. Давай я сейчас еще раз ролл кину. Сколько у меня приор стал? У тебя 1169. Кто такой резист вообще? Ну все равно япончик забирает. А, япончик все равно ты забираешь. Да? Угу. Зараза такая, пришел мне тут всю малину испортил с Вандо. Давай. Шип забрал и эту фигню японец. В смысле? Да, япончик, в смысле, мне забрал. Понравилась просто фраза, как мне сказали, это Трини не мой бис, но я ее возьму. Ну да. Наоборот, козырная. Если не бис, тебе не надо. Не, это Трини, а лучше бисом. Старый, что ты сказал? Объяснили, ну я че? У меня ЕПГП... Фростгорн выше, чем япончик. Только он не роет Фростгорн. А, не... Я Триню не ролю. Так что еще 800 япончику. Ага, сейчас дам. Япончик отдай вант. Ничего не знаю. Вот, блин. Приходите с опозданием, а потом забираете шмотки, зараза. Я сказал-то, что я приду, типа... Чуть попозже, я на работе. Япончику повезло то, что сегодня нету Локи. Вы просто ну меня, да. Меня... А чё, ну, вы потом и а это не отдали? А вам не, кажется, что, а вам не кажется, что вы вайпали, чтобы Япончик успел? Нет, короче, нам так не кажется. Короче, что-то подозрительное. Чека, я сейчас еще и шквал заберу. Пианист, подожди. Лёх, ты начислять ЕПшку? Чё вы Триньку-то не отдали ему, она до сих пор... Да вот там Триньку, то, блядь, в Дискорде... Триня, Япончик.
Япончику я уже дал ему 800. Ну, Триню-то отдайте. Ну, говорю, надо было в обратном порядке ролить. Вначале Триню, а потом все остальное. Как идет по списку? Ты так доролишь, как шмотки лежат? О, ну да, он по порядку ролит просто. Роль. Кирс, поставь порк. Кого Настя? Там ролит? Кого Настя? Там ролит? Маунт, рольчик. Пароль за меня ролит. Окей. Бля, япончик. Ролл выкинул я или нет вообще? Блядь, Шаки 98. Ну Шаки новенький. Я следующий. Шаки новенький? Ну новенький, да. И он слакал. Там, Леша, там дай две а, он. Дайр-дрэ... Подожди, у Дайрдре есть маунт. Дайрдре есть. Я сказал паролить мне за него, если ты не слышал. Вы галдите как суки. Как мои, блядь, пять чихуа. Суки. Блядь, что если чем так много чихуа. У меня ролл вообще был или нет? Че, Настя вырулила? Да, Леш, заходи на ДК и дай мне лутера, я тебе передам. Я не вижу ролла. Друидов. А нас не забанят, то, что ДК на сундук зашел. Где ты видишь? Рада закинешь. Нету. Кинешь. Сет. Да, кину. Лёха, я штаны, если чё, Мосе отдал. Хорошо. Блин, ну ты мне ответил, я ролл кидаю, нет? Там уже начислили всё. Нам только ЕП не начислили. Ты ролил, старик, у тебя в первый раз 57 было. Ага, все, спасибо. Вон.